приюте для бездомных животных «Умка» провели день открытых дверей. Посетителям показали, в каких условиях живут кошки и собаки, и дали возможность пообщаться с животными поближе. Желающие могли забрать питомцев домой. Так Александра Вельховская подружилась в приюте с котом Остином. Все хорошо, посмотрим, лишь бы главное ему понравилось, чтобы быстрее привык. Он как бы уже сам дал понять, что он тянется к нам, а дома, думаю, привыкнет быстро. Сегодня в приюте «Умка» содержится 189 кошек и 170 собак. Желающие всегда могут оказать им посильную помощь. Принести корм, инвентарь для уборки, моющие средства, ошейники, миски, одноразовые пеленки. Также приют нуждается в информационной поддержке. Нам могут помогать это распространять информацию о животном, что ищет дом. Вот недавно программа вышла про нашего тигрулю, что он ищет себе семью. У нас таких кошек очень много, у которых печальные были жизненные ситуации.